Ой, смотри, дочь, какие стулья большие. И пойдем посмотрим? Да. Пошли. О, класс, да? Не, ну там садиться, видишь, написано, просим не садиться на кресло. Да? Да. Класс, да? Мама, за туда пошли. До великанов, да, Иван? Да, идем дальше. Все, побежала, не остановить. К мухоморам. Класс, какие кролики, да? Класс, да? С культурки. Не надо так трогать, не надо, пускай, чтобы мне оно не упало. А ну, домики какие для кроликов. Класс, да? Такие кролики. Можно спрятаться. А можно здесь посидеть за этим столиком. Столик из мухоморчиков такой, да? Класс, да? Тебе нравится? Отлично. Идем дальше. Еще вот этот домик, глянь, какой. Пожить здесь? Ну, здесь кролики могут пожить. Но они за тут еще не зовут, они за ней идут еще. Они придут! Зайчиком. Иланточка, это тот зайчик, ты к нему пришла, да? Ты была маленькая тут с ним, пила тоже чай, смотри. Какой он тебя дождался, да, такой зайчик? Кролик такой. Ты помнишь его, когда ты была маленькая, приезжала сюда, помнишь? Да. Видишь, какой. Кроличь. А он сидит и пьет тут чай, да? Да. Вот, еще тут тарелочка. Тарелочка у него с чашечкой. Ой, морковь. И морковка у него есть, да? Кто принес морковь? Помоги ему отнести в домик, а то ему тяжело будет домик отнести. Тяжелый? Вот такой тяжелый сундук с морковкой. Отнеси ему в домик, а то им потом будет очень тяжело отнести. Это его домик, смотри. Ой, там еще нету столика. Там у него есть стульчик, и неси ему туда. А столик? А столик тут у него на свежем воздухе. Может, тоже столик? Туда. О! Что-то еще одну морковку. Я ему помогу так. Все. Ты помощница. А что там у него там? Такой домик. Давай заглянем, что там в домике. Стульчики у него там стоят. Вот какой красивый домик. Мама. Не, стол не. Стол не надо. Может, зайчика туда? Ты хотела помочь ему? Он сам потом зайдет, Илочка. Посмотри. Посмотри, у него еще есть тут братик. Посмотри. Братик с ним живет. Смотри, какой красивый. Может, ты какой. Может, к нему принесу морковки? Можешь ему принести? Иланточка, посмотри, какой корабль. Осьминог его окутал, да, своими щупальцами. Да. А затонул корабль. А там такой фонтанчик. А почему забрал корабль? А может, кто до фараона может идти? Мы зараз будем бегать, все хочется, да? Мама, почему? Потому что он затонул его. Едем на базу.